Он сидит на стриме, у него там 800 человек. У меня сидит 120 человек. Я его стрим смотрю в этот момент, и он говорит: ты готов? Говорит, хуи насосать. Это вызов, блядь. Так, а кто это? Игрок хочет вступить в вашу группу. Отказать. Идет, он идет, Дзензен, Мэнсон, Хэнсон, Пэнсон. Беги, беги. Майкл, ты хотел. Где он? Майкл, да. Он там рядом с тобой, Алёна, ты чё? Беги, блядь. Хули так быстро-то? Блин, как бы сейчас остановить? Блять! Вспомни Мефодия, вот и он. Туда тебя, в дом, в подвал, да? Да. Я сейчас тебя попробую спасти. Ой, я всех вижу, а двое заводят, один спасает. Соси! Я слез. Хорош. Да с... Понял тебя. Да не! Да за что? Да откуда ты знал? Дед, это вечное. Глаза деда, за деда, бля. А че он постоянно... Ну потому что он 300 часов за Мефодия играет. О, за импостера. За Мефодия, бля. 300 часов за Мефодия играет. Тут застакались немножечко. Да мы сейчас спалились до кучи. Я же говорю, мы спалились. Блядь, все, уходите, делаете, уходите. Вы что делаете, алло, парни? Ты видишь, там что на сортире? Я с крюка в тобой подряд слез. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, дед, давай. Дед, блядь, дед! Дед! О, во, все, на выход, на выход! Мы сможем! На выход, мужики, на выход, мужики! Блядь, ну че вы троллите его? Блядь! Да вот я сделал. Не, нормально, я выполз. Спасибо деду за победу, да! На тоненького просто выполз, мне в жопку там залетело, конечно, нормально. Надо перед экзаменом спать, а я тут сижу. Оу, щи. Забанил он нахуй, пускай идет, спит. Так, где же ты ловушки поставил? Понял? Понял. Только не прячься в ящик, он тебя найдет. Да? Да нет, ты издеваешься, опять блещик. А давайте мы на последнем генераторе сейчас все четвером сляжем. Я дед, да? Меня ловушка убила. Блин. Да вы чё, бля, мужики? Ты встанешь? Только не к нам, только как-то побегайте там, помансуйте. Да бегаем. Забегай, фу. Мужики, я все. Да откуда ты тут взялся-то? Уходи, уходи отсюда. Здорово. Хуя себе ты, блин. Феникс заползет нормально. Давай, Феникс, пополз, блять, давай. Как деды учили. Ладно. Мальцем, блядь. Смотри, так как ползет уже. Нет, нет. Чё-то дед, блядь, у деда руки трясутся. Давно не пил. Надо выпить. Mm-hmm. Для того, чтобы это они побеждали, Мефодий должен всегда играть только пятками. Пятки сверкали, да? На руле играть. На руле, да. Да нет! Дед, блядь! Дед, долбоёб! Стой на месте, блядь! Да оборись там, блядь! Да там бирса пошла! Я ж не знаю, где он! Да это хуйня за мной несется! На мужика сижу. До конца. Да иди ты в баню! О, не увидел. Ладно, похуй, хорошо. О, я люк нашел. Бля, еба, мне прилетело экзекутом от него.
Так, я пойду отсюда, потому что туда ман идет. То, что и... А, понятно. Они мы с Ю, они там привыкли арену играть. И сидим до последнего. Я вас увидел, пойдем, пойдем. Оу, нет. О, нет. Я сниму, наверное. Да я слезу. Снимешь? Блядь! Все, я иду снимать. А, уже сняли, понял, хорошо. Блядь! Ебать, он меня поймал. Я могу похилить, но, блин, я не знаю. Блядь! Да как ты за... Я выбираю карту Они, но ее не попало. Крадется, блядь! Сука, я видел, как ты крался. На капитанах, блядь. Он вообще не должен позволить на себя смотреть, блядь. Закажешь за камушком, ныкайся. А пешка куда нашел тебя он? Господи. Подснимите, нет? Ага, чтобы я еще, чтобы я еще раз заплел. На. Да откуда ты меня там видел? Где выход-то, ебать, Виги? Бля! Охуенно спасаете, пацаны. Ты серьезно, опять шкаф? Давай. Так, меня отхиливают, сейчас оборот пойду заводить ген тот, который я с выходом. Ой. Старость уже не радость, да? Я, кстати, слезу. У меня удачное снятие было, я слезу с генератора. Ой, с крюка, если что. Мужика, блядь. А? На мужика, там? Блядь. У него добивание сразу идет, ясно. Не слезу, хуй я слезу. На бутылку я слезу. Для величайшего. Пацан, кто где ее заводит? Так, у меня 60%. Блин, я тогда в амбаре буду заводить в большом. Я сваливаю. На нахуй. Забейте. Когда ее нет, максимально убежал. Да херва вы ко мне побежали, блин, чё вам там будет? Открывай ворота. Блять, я не специально убежал от вас подальше в итоге. Они вдвоем к нему прибежали. Как говорится, проблема утопающего, проблема самого утопающего. Пуба, кожаное яйцо. А, да? Чувак, мне было бы интересно узнать, если бы у тебя было бы яйцо не кожаное. Ну ладно. А, кстати, да. Не, я бы хотел посмотреть темную сторону Андуин, было бы прикольно. Темная сторона Андуина, ты понимаешь, что он никогда вообще не пойдет? Темная сторона Андуина, так сними штаны, посмотри, выгляни. А, да? Да. Ты что, ко мне его привел? Нет, я вообще не при никого не приводил, не надо. А где он? За мной хвоста не было. Подожди, а где он? Не знаю, откуда при... Блять, это баба, это... Нет! Это ведьма. Сука! Я бы сказал, ладно. За мной хвоста не было. Ты издеваешься? Кто сейчас ко мне пришел вместе с ведьмой? Она назад идет. А, да? Давай, блядь. Так, чувак, короче, ломай. Ёб твою мать, блядь! Вон, насколько я отвел ее, блядь. Nice, что это сейчас было? А! Я помню, что... Нахи, блин! Скорее всего, да, давай чинись.